열어본다. 빰빠람. Попробуй, ну соль. Ты думаешь, еще же рыба сырая? Не ругаемся, не ругаемся. Отдыхающий тут у нас. Я выпал это. Нельзя, видишь, держит. На колешках посидишь. Ням-ням. Так вот, да, раз. Сань, где твоя? Садишься. Выхай, хочешь? Ням-ням, Лёха. Я снимаю, не знаю даже. Похоже, есть у Витьки, у него родственничка. Ну чё, снимаю тебя, нет? Не видно, как, нормально? Это они что-то не покупали в Подмосковье. Жалею, потому что столько рыбы бухано. Тут один харю чувствует. И фасоли лучше, чем был в тот раз. Да, фасоли вкуснее. И белый хлеб. И майонез. Должен быть. Майонез вот там оставили? Вот. Вон он. Бери просто в кучу, и все. Так, второй день нашего отдыха, рыбалочка на привале. Шикарная уха. Всем привет. Александр. Все. Володя. Так, собственной персоной, так сказать. Маленький комментарий. И маленький комментарий. Вот сидим на этом островке песчаном. Красивое очень место. Погода хорошая, 32 градуса в тени. Вот мы сидим тут одетые. Там речка течет. Хорошо. Комары, да, жура, вообще просто великолепно. Вот там речка пошла. Володе холодно, он поэтому дров в костер подкидывает. Да, Юга приехал. С Куска, так что, 32, это для него это так. Как раз он оделся, две курточки одел. Вот дал, блядь, уход. Так что вот, тушиться сегодня великолепно получилось. Рыбы очень много. Хорошо. Вот-вот. Запачкалось? Что-то здесь лежало, нет? Губка-то? Нет, где? Ну что тут еще? Ложки лежали. А, ложки, ну они в этом, в кузове. Ложка-лёшка.